Hello. Bonjour, ёпта. Gracias, gracias, señora. Спойте нам песенку. Por qué? Por qué? Chavernandes. I live in Russia, but I was born in Mexico. Mexico. I live in Russia today. Блять, давай расстанься. Давай под один ритм. Короче, смотри. I sing, ёпта. Game on the... Подожди. Сейчас, гитаре. Стоп. You like in Russia. Я. Скажи, дай я скажу. I will sing and you will play along with me. Okay. What if you want? What you want? Давай расставим все точки над «и». Да, я обожаю сосать куки. Oh my. Сейчас я play, найду. Play. Сейчас я найду текст. То, что ты обожаешь сосать куки, я понял. Я говорила, что не могу слышать. Куда ты будешь укладывать? Сейчас, девчонки, я просто вот так вот сделаю, и типа, ну, вы типа поймете. Я не знал, а как канал называется? Я подписалась. Друзья, всем привет! Я снова с вами, снова в строю и обещаю больше не пропадать. Этот выпуск будет необычным, потому что я буду в образе мексиканца. Я не знаю ни слова по-испански, поэтому буду просто притворяться, что хоть чуточку знаю этот язык. Я не знаю, как это будет выглядеть, самому интересно. Сейчас, кстати, самое время подписаться на канал, поэтому сделай это, пока не передумал. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. В конце вас ждет человек, который лично меня поразил. После общения с ним я еще дня два ходил и думал о том, да черт побери, как это вообще возможно. Просто досмотри этот ролик до конца. Жми лайк и поехали. Давай сыграем что-нибудь. О. Vamos, amigo. Amigo, americano. Gracias, gracias, muchas. О, нихуя себе. Знаешь, короче, расскажу прикол. Сейчас встречаю чувака вот с такой же вот сомбреро, типа, да? Ну и он закатывается вообще, в смысле, вот не может, прям он прям угорает, капец. Я говорю, ты чё, ну-ка поделись, давай поржём вместе. И он говорит, прикинь, сейчас нарываюсь на девчонок. Ну, он такой сидит вот в этой сомбреро такой. Рядом другой чувак. И девчонки такие, нихуя, говорит, у тебя шляпа. Пизда, тебе укатились вообще мысли. Сука, я говорю, я себе такую же шляпу хочу. Отвечаю, тут еще больше, блядь, укатился вообще, пизда. Это корка. Gracias, сеньора. Gracias, сеньора. Where are you from? Russia. Russian girls, yep? Да, yes. My name is Diaz. My name is Yana. Diaz and Yana, it's very beautiful. Good. Can I play for you on guitar?
One second. Опа! Play! Play! I don't... Play! Да не играю, не умею. Por qué? Учу. Por qué? Учусь. Por qué? Play. Por qué? Just play, just Давай play. Ты! Давай ты! Russian song, Russian song. Пугачёва? Пугачёва, Пугачёва. Yeah, yeah, yeah. Can you play, please? Please, for me, please. Но я делаю это плохо. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, городу 2000 лет. Нет, вот, дизлайк. Like. From Mexico, from Diaz to Yana. With love. Как бы вам сказать, мне сложно говорить на английском. Ну, скажи на русском, тогда это сложно. А чё ты со мной на русском не стал разговаривать сразу? Да я его плохо знаю. Да, конечно. Почему ты в таком костюме? У меня просто отец мексиканец. Мать Беларуси. Понятно. А сам откуда сейчас? Где живешь? Сам я татарин, вот живу в Волгограде. Мудако-мудако! Несите маракасы! Porque, porque, vamos, vamos, Russian señoras. Mexicanos, muchachos. Muchachos. Как это начало попасть? Gracias, gracias, Russian señoras. Молодцы, ребята, молодцы. Спасибо. Еще раз один. Спасибо, спасибо. О, Илья, салам без базара. Я на тебя уже давно подписан. Смотрю тебя давно.
Как поживаешь? Да ничего, нормально, ролик сижу и снимаю, короче, играю на гитаре, да? Людям. Да. А? А что, когда у тебя ролик выйдет? Я думаю, дня 4-5 еще. У меня был такой жесткий долгий застой, и вот я сейчас себя взял в руки и, короче, начал ролик снимать. Все, я в деле снова. Так, давай я тебе сыграю на гитаре. Давай. Четко. Спасибо. Я вот тоже тебе кое-что могу продемонстрировать, тоже кое-что умею. Битбокс? Да, я догадаюсь. Могу слова задом наперед переводить. Умею. Есть такая способность. Ни хрена, в смысле, это как? Ну вот для твоих подписчиков хочу это продемонстрировать, просто показать. Думаю, этот ролик все равно со мной же выйдет. Подожди, типа... Пойдет там. Там код обратно ток. Ты про это сейчас говоришь? Да. Вот, к примеру, там, я не знаю. Вот как ты разговариваешь, только я могу так же разговаривать обратно. Слушай, ни хрена себе, подожди, давай-ка. Давай еще раз. Ну, какой-то пример ты можешь привести, я не знаю. Да, если можешь, можешь этот, какое-нибудь там предложение прочитать сейчас, я тебе его задом наперед переведу. Так, с чего начать? Давай пусть будет клавиатура, вот просто обратно как. Арута и Валк. Сейчас, клавиатура. Ни хрена себе. Арута и Валк. Можешь предложение сказать? Могу с тобой так поговорить даже. Так, давай так, подожди. Кивил политак. Секунду. Давай словосочетания какие-нибудь. Предложение, давай. Давай, вот так вот. Белый автомобиль. Либо Мотва и Леп. Охренеть, блин. Так, давайте. Давай так. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Ланак и Ом Ан Сетя Высипдоп Атябер. Подожди, это в натуре? Подписывайтесь на мой канал, будет обратно так звучать. Можешь проверить. Подожди, ты, получается, все слова наизусть знаешь, как они обратно просто читаются уже, да? То есть это уже... Ты... Это не то, что я их учил или заучивал, это просто с рождения такой дар у меня есть, такая способность. Так, давай прям сложное предложение попробуем. Давай. Я вчера в магазине купил очень удобный диван. На вид и Янбоду ничего, липук, я не за гамбу, а речь хуя. Охренеть. Здесь 8 слов было, да, в предложении? Этому есть какое-то объяснение, что ты это умеешь делать? Это же не просто так. Ну вот я не знаю, ни один психолог этого не мог объяснить, когда ко мне вот журналисты приезжали, там, то есть и психологи давали свои интервью. Ни один психолог, там, ну, психологи, они говорили, что это может с возрастом пройти, когда я, мне было еще лет 7. Но с возрастом это не прошло, все так же и осталось. Ну, ты, получается, с детства тебе просто нравилось слова наоборот переводить, и ты, типа, такой, у тебя со временем это вошло в обиход, что ты, в принципе, все уже знаешь, и вот можешь спокойненько...
Нет, это мне не то, что мне это нравилось. Ну как, я просто это мог уже сделать, я умел это делать. Как только научился говорить, я уже мог это просто задом наперед так разговаривать, все. Это вот дар с детства, я этому не учился и не обучался. Друзья, спасибо за просмотр. Это был один из самых сложных выпусков для меня. Я надеюсь, он тебе понравился. Поставь ему лайк, напиши, кто из собеседников тебе запомнился больше всего. Напиши, понравился ли тебе вообще этот образ мексиканца, и только так я смогу понять, снимать ли мне его еще дальше. Спасибо за просмотр. Пока.